Они год готовились, чтобы показать себя во всей красе. Прошлогодние победители муниципальных конкурсов сегодня борются за победу на краевом. Сергей Пароль только закончил урок информатики. Говорит, чтобы стать участником конкурса, пришлось выйти из зоны комфорта. Каждый из нас проходит определенные этапы. Сначала мы отрицаем, что мы в нем участвуем, потом мы это принимаем, а потом начинаем работать в этом направлении дальше. И организовывать те творческие способности, которые в нас заложены. У членов жюри тоже сложная задача – выбрать лучших из лучших. Виталий Улич в составе оценивающих педагогов впервые. Кто точно поразил, так это учитель физкультуры, который сумел своим предметом, а согласитесь, многие в школе на физру шли без энтузиазма, заинтересовать и старших школьников. Он понимал, что класс физико-математического, по-моему, уклона. Там были такие, знаете, заходы на мотивацию. Много примеров из физики. Начался урок с того, что мы, например, смотрели, как мяч западает, и снова к графикам вернулись. И ребята так сразу не погрузились в свою среду, а потом плавненько перевел на... так скажем, свои задачи. Я по первому образованию учитель хореографии, то есть учитель танца. И поэтому в свои уроки я часто применяю, на своих уроках часто применяю музыкальное сопровождение. И здесь даже на уроке футбола попробую разминку провести с музыкальным сопровождением и с некоторыми элементами хореографии. Урок футбола? Да. Необычно. Ольга Едыкина – второй учитель физкультуры на краевом конкурсе. Сюда приехала, что называется, с корабля на бал. Ее семья только вернулась со всероссийских зимних сельских игр. Там стали вторыми. На победу в учителе года себя не настраивала, но хочет, чтобы урок прошел ровненько и чисто. Конечно, и победить будет приятно, но все 23 соперника сильны. Жюри после двух конкурсных испытаний, сегодняшнего урока и завтрашнего воспитательного события сначала выберет 9 финалистов, а потом оставит лишь троих лауреатов. Среди них и выберут учителя года. Его имя назовут уже в ближайшую пятницу. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.